В библиотеках нескольких городских школ пополнение. Книги и календари с видами Арктики учебным заведениям вручил епископ Наринмарский и Мезенский Иаков. Александра Литкова продолжит тему. Несмотря на то, что в современном мире появилась возможность скачивать необходимую литературу, в уютной библиотеке первой школы всегда есть читатели. Есть здесь и отдельный стенд, посвященный православию. У нас не очень много литературы, посвященной христианству и православию. Но, тем не менее, эта тема пользуется спросом. Ну, видимо, где-то и в семьях интерес появляется, а у родителей, соответственно, и дети начинают проявлять интерес. Уже несколько лет во всех школах преподается предмет «Основы православной культуры». Поэтому и интерес учащихся к христианству заметно вырос. Естественно, дети после этого начинают выражать какой-то интерес, хотят углубить свои знания, развить и обращаются к нам с вопросами по этой теме. Мы представляем литературу, делаем выставки, знакомим их с этим. Они очень любят детскую энциклопедию, ну и такую литературу подобного спроса. Книги были изданы в этом году Наринмарской и Мезенской епархией и издательским домом «Русская Арктика». Эта книга, которая издана нами, это фактически рукопись, которую обрел в дальнем странстве в Ледовитом океане, которая продолжалась целый месяц, в ходе которой был освещен Северный полюс, открыта новая дрейфующая станция СП-40, и обнаружила ту рукопись, о чем сообщает предисловие. Вместе с книгами епископ Мезенский и Наринмарский Иаков вручил школам памятные календари «Русская Арктика» и «Святая Земля», в которых арктические пейзажи сопровождаются с цитатами из библейских текстов. «Русская Арктика», «Святая Земля». Я в этом году решил сделать два календаря. Не только «Русскую Арктику», но и «Святую Землю», потому что в истории человечества есть только одна держава, одна страна, которая запечатлена этим эпитетом. Экземпляры книг и календари отправятся во все школьные библиотеки в сельских населенных пунктах округа, на рейсах, которые доставят домой детей на новогодние праздники. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».